Приветствую вас, друзья! Вы на канале Веселый Инженер, меня зовут Андрей. Сегодня поговорим про подшипники с перекрестными роликами. Да, именно такие подшипники действительно существуют. Вы наверняка знаете подшипник как узел с роликами или шариками. Также в основном они бывают однорядные или двухрядные по расположению тел качения. Но объединяет такие подшипники и то, что относительно наружного и внутреннего кольца все тела вращения расположены в одной плоскости, чего нельзя сказать про подшипник с перекрестными роликами. Итак, подшипник с перекрестными роликами. Что же это такое? Это опора, в которой тела качения цилиндрической формы расположены относительно друг друга под углом в 90 градусов. Находятся ролики в пазе, имеющем V-образную форму, и разделены между собой, соответственно, сепаратором, который фиксирует тела качения в проектном положении. Кроме этого, сепаратор снижает вращающий момент, который возникает при трении роликов друг о друга. Естественно, существуют определенные особенности таких подшипников по сравнению с обычными. Конструкция подшипников с перекрестными роликами оптимальна для восприятия сложных комбинированных нагрузок, в том числе с переменными значениями. Радиальная и осевая нагрузка может быть приложена к такой опоре независимо от направления вращения. Также нужно отметить и другие преимущества таких подшипников. И первое и основное, жесткость такого подшипника превышает в 4 раза такой же показатель аналогичного радиально-упорного роликового подшипника. Второе, распределение усилий между перекрестными роликами обеспечивает внушительный прирост грузоподъемности опоры, что немаловажно. Третье, подшипники такого типа представляют возможность регулирования зазоров. Четвертое, деталь обладает повышенной стабильностью при высоких оборотах вращения вала. Из минусов таких подшипников с перекрестными роликами можно отметить их высокую стоимость, связанную со сложной технологией изготовления. Производители предлагают купить роликовые подшипники такой конструкции в трех основных исполнениях: с интегрированными кольцами, с внутренними или наружными отделяемыми кольцами опоры, с отделяемым внутренним кольцом используют там, где важна высокая точность вращения внешнего кольца. И наоборот, детали с отделяемым внешним элементом предоставляют точное позиционирование в работе внутренней части подшипника с перекрестными роликами. Где же применяют подшипники с перекрестными роликами? Ежегодно спрос на такие подшипники заметно увеличивается. Перекрестные роликовые подшипники качения незаменимы в механизмах манипуляторов, в том числе роботизированных устройств. Также их применяют в металлообрабатывающих станках, промышленной электротехнике и энергетике, в грузоподъемных механизмах, в медицинском и научном оборудовании. Особенно стоит отметить применение таких подшипников с перекрестными роликами в аэрокосмическом секторе, где эти детали используют не только в стандартном исполнении, но и в гибридных модификациях. Крупнейшими поставщиками таких опор на мировой рынок является концерн SKF, который предлагает широкий модельный ряд таких подшипников и множество их типоразмеров. Спешу вас предупредить, что если вы конструктор или будущий инженер, посмотрев это видео, решите поставить такие подшипники с перекрестным расположением роликов везде, то вы реально не поняли, о чем идет речь. Такие опоры необходимо применять только в очень ответственных механизмах, и то при условии, что обычные роликовые или шариковые подшипники не выдерживают нагрузку или не обеспечивают запланированный ресурс работы вашего механизма. Во всех остальных случаях обычные подшипники качения прекрасно справятся со своей задачей и функционалом. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось и вы узнали что-то новое для себя. Ибо, как гласит китайская мудрость, не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься. У меня все. Всем добра. Пока-пока.